Сергей Миронов стал приемным отцом девочки из Херсона. Десятимесячную Маргариту вывезла из херсонского дома ребенка новая, пятая по счету, жена Миронова Инна Варламова. Девочки сменили документы. Теперь она Марина Сергеевна. Место рождения – Подольск, выяснили журналисты. Незаконная депортация детей – это военное преступление. Именно за похищение детей Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову разыскивают в Гааге. Львова-Белова, как и Миронов, усыновила ребенка из оккупированной Украины. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит «съем москаленка». Сам Миронов говорит, что все это фейк.